Ladies and gentlemen, the show is about to begin. Всем привет! С вами я, Алиса. Вот и наступил 2017 год, и самое время подводить итоги 2016 года. Поэтому я продолжаю рубрику «Топ-13 самых-самых». Как вы помните, в чартах этой серии я рассказываю о трендах в линейке кукол Monster High и Ever After. Ссылки на предыдущие хит-парады смотрите в описании, а также кликабельный плейлист будет сразу в конце видео. А сегодня наш чарт посвящен 13 самым запрашиваемым куклам Monster High на конец 2016 года. Этот чарт составлен на базе продаж магазина Belevix.com, и в подсчете участвовали все куклы всех серий. В чарт попали куклы, интерес на которые был больше всего. Их заказывали в течение года, но больше всего Деду Морозу под Новый год. В общем, это куклы, ваши мечталки и хотелки. Итак, начинаем! Итак, 13 место нашего чарта достается Frankenstein Ghostbusters с Комикона 2016. Новость об этой кукле появилась в пятницу 13-го, а точнее 13 мая 2016-го. Выпуск Фрэнки приурочен к выпуску фильма «Охотники за привидениями». Ее наряд вдохновлен одеждой главных героинь мультфильма. Куколка получилась очень милой и симпатяшкой, а в комплекте с куклой идет фигурка лизуна и снаряжение охотницы за привидениями. И, честно говоря, так сильно я полюбила эту куклу только после обзора и долгого рассмотрения. Под номером 12 представлены сразу две куколки из единого набора с самодвижущимся механизмом. Это две близняшки Twin Sisters, Персефона и Мяулодия, и их скутер. Кошечки являются эксклюзивом магазина Walmart. Входят в серию Willingberry Cat, что переводится примерно как «кошки-оборотни на колесах», или же в жаргоне «кошки-каталы» в прямом и переносном смысле этого слова. На головах у монстряшек каски, на глазах очки. Кошечки носят стильные наряды в тигровой расцветке и высокие сапоги на платформе. Каждый элемент в образе полностью соответствует их занятию. 11 место в нашем рейтинге занимает двойной пэк Кэти Нуар и Торелей Страйп. Это двойной набор из серии Fierce Rockers – злобные или пугающие рокеры. Чудо-набор, так как в одном флаконе в нем объединены два антагониста – Кэти и Тора. В России этот набор был замечен в январе 2016 года. В соответствии с особенностями неповторимого стиля серии, наряды монстряшек отличаются некоторой брутальностью и обилием черного цвета, однако куколки смотрятся ярко и необычно. На 10-м пункте находится Катрин Дмяу из серии «Скориш». Неожиданный поворот для данной куколки, ведь мультфильм с данной Катрин был выпущен аж в 2011 году, и куколка стала уже раритетом. Многие считают эту кошечку базовой куколкой, так как она самая первая из всей линейки этого персонажа. Да и, наверное, самая милая. Пари, Шампань, Ла Ви Белль. Из карижской коллекции «Города страхов» Катрин Дмяу готова продемонстрировать всем, как должен выглядеть утонченный и безупречный образ. Изящная сумочка в стиле ампир, классические круглые солнцезащитные очки – все удачно дополняет восхитительную композицию. 9-е место присуждается Торелей Страйп из серии «Ghoul Sports». Все кошки обожают играть с мячом, не так ли? Вот и Тора не отстает. Спортивная серия посвящена самым активным школьницам известной школы оборотней. Торелей Страйп как раз к таким и относится. Монстряшка имеет красивые длинные волосы, спортивный модный наряд и длинный кошачий хвост. 8-е место отправляется Хоулин Вульф из серии «Крипотерия». Младше всех героев известной семейки оборотней Monster High является милая Хоулин Вульф. Хоулин имеет очаровательные ушки, яркие ботинки, классный аутфит, а также поднос с едой, ведь в школьном кафетерии под названием «Крипотерия» она помогает своим подружкам приносить школьникам еду и напитки.
Седьмое место по праву принадлежит Гулёппе Джеллингтон из серии Freak Dew Chic. В высоту она приблизительно 43 сантиметра. К ней прилагается соответствующих размеров подставка. При таких впечатляющих размерах монстряшка по характеру веселая, жизнерадостная и совсем не скучная, ведь она циркачка. Наряд у девушки яркий, разноцветный, а симпатичные желто-розовые волосы дополняют ободок, украшенный музыкальным инструментом – органом. На шестом месте Кэти Нуар Сити Шэмс из серии Буйорк Буйорк. Выглядит Кэти в новом образе во всех смыслах блестяще, искрится красотой и яркими блестками. Ярко-розовое платье с черным принтом дополняет серебряная накладка, придающая наряду собственную пышность. К образу добавлен несколько непривычный для этой монстряшки голубой цвет. Прядка такого оттенка видна в волосах. Туфли, клатч и ободок с ушками аналогичного цвета. 5, 4, 3, 2, 1. А теперь мы плавно подошли к 5 самым-самым главным хотелкам среди Monster High Lovers. Кто же это? И 5 место заслуживает Invisibilly из серии Scar Master. Invisibilly очень добродушный и открытый парень. Ему нравится шутить и устраивать розыгрыши для друзей, но его розыгрыши всегда добрые и интересные. Его особенность – это способность становиться невидимым, но ему не нравится постоянно исчезать. Только с помощью хорошей концентрации ему удается оставаться быть видимым. Но это не так-то просто, и иногда он предпочитает быть невидимкой. У Билли бледно-голубоватая кожа, ноги прозрачные, волосы черные с синими прядями. В одежде предпочитает минимализм. Четвертое место переходит Торелли Страйп Фрики Филд Трип. Будучи любопытной веркошкой, Торелли Страйп на учебно-познавательной экскурсии отправляется изучать рыбок в ближайший аквариум. Ради такого случая девушка добавила в свой образ немного бирюзового цвета. В этот оттенок выкрашена прядка в прическе и также он виден на узоре платья. Такого же цвета у монстряшки стаканчик для питья и полупрозрачные туфельки. На платье видны скелетики рыбок, что придает образу озорной оттенок, привычный для такой монстряшки. Бронзовое место занимает Кэти Нуар «Новый семестр». Героиня из семейства кошачьих Кэти Нуар энергичная и загадочная. Кэти все любят, ведь она имеет невероятный талант певицы. Ее голос завораживает. Кроме того, Кэти имеет симпатичные ушки и длинный хвост. Она одета во все розовое. Разумеется, Кэти Нуар имеет много красивых аксессуаров. Серебряное место отправляется двойняшкам Персефоне и Мяулоди из серии Зомби Шейк. Вот они, звезды Monster High. Мяулодия светловолосая, с потрясающе очаровательным нарядом. Она дерзкая и смелая. Кошка имеет тематический окрас и всегда готова к маленьким шалостям. Персефона же, наоборот, очень добродушное и ласковое создание, с красивой прической из шикарных темных волос. Мяулодия и Персефона украшены яркими заколками, браслетами, стильными ушками на голове и длинным хвостом. И, наконец, мы не обошли стороной этого чудного персонажа. Встречайте, золото получает Easy Down Dancer Brand Bu Students. Перед нами дочь духа оленя, Easy Down Dancer. Очаровательная девушка невероятно привлекательна у юных любительниц интересных монстров и перевоплощений. Она очень смелая по характеру и обязательно добивается своих целей и любит новые знакомства. Девушка приехала по обмену из Бу Хексика. У Easy Down Dancer яркие бирюзовые волосы, а на голове красуется красивая диадема, украшенная рожками оленя. И торчат небольшие симпатичные оленьи ушки. Героиня имеет подобающий своему происхождению образ. На ней надета кофточка в стиле хиппи, длинные лосины в мелкий принт и яркие сапожки. Изи не забыла и об украшениях. Масса аксессуаров украшает ее декольте и руки.
Думаю, многие сейчас разочаровались в том, что не увидели нашу дорогую зомби-гагу. Но так как мы говорили с вами об итогах 2016 года, а кукла вышла в начале 2017, то поэтому куколка и не попала в этот рейтинг. Но мы ждем ее в следующих видео. 2016 год был год обезьяны, но судя по этому рейтингу, это был год кошечек. В основном, кроме Гулёпы, Хоулин Вульф и Инвизибилли, ну и также Изи Даун Дэнсер, нашего любимого олененка, в топ попали одни кошки. Ну, пожалуй, на этом мне сказать больше нечего. Пишите в комментарии, какая ваша главная хотелка и кто, на ваш взгляд, заслуженно или незаслуженно получил то или иное место. Ставьте лайки, если вам понравился топ-13 самых желанных хотелок на Новый год. И смотрите подборку всех топов самых крутых кукол и самые популярные видео на нашем канале. Ну и, конечно, не забывайте подписываться на канал и участвовать в конкурсах. Be cool and crazy. Люблю-люблю. Пока-пока!